Чё как, зрители, это Гагатун, и сегодня будем с вами играть Metal Gear Solid 5. К сожалению, у игры сразу же начинается катсцена, и... Как я и сказал, к сожалению, игра сразу же начинается с катсцены. И нет времени тебе настроить что-то или что-то поменять. Поэтому просто начинаем сразу же, я начинаю запись. Сразу же начинаем играть. Правда, кажется, сейчас будет лицензированная музыка, но ладно. Diamond Dogs. Я не знаю, какая сейчас настройка графики, но текстурки все, ну, супер четкие. Все супер-супер четкое. От человека, который продал мир. Игра не эксклюзив Sony, но все еще Sony везде видно. Walkman. Соневский. Konami Digital Entertainment представляет. Kojima Productions. Все-таки Kojima оставили они в игре. Кифер Сазерленд. Я начал буду играть на геймпаде, я думаю, что, наверное, позднее я все-таки поиграю на клавиатуре, хотя я посмотрю, насколько погружение с геймпада больше. Мне можно смотреть по сторонам. Я могу... О. Это такой эффект, правда, похожий, что ты внутри глаза находишься. Потому что у Биг Босса всего лишь один глаз. Ты через эту линзу одну смотришь. Боже. О, но! Разбудите меня кто-нибудь. Блин, но музыка фигачит, я не знаю. Мне придется как-то, наверное, убавить этот момент. Или что-то сделать. Потому что я не хочу, чтобы мне авторские права за музыку теперь взяли за задницу. Что такое, Кодзима? Ты даже не дал мне настроить свои чертовы настройки. Ори Аллан. Алло, я проснулся, ребята. Может, меня разбудите? Нет? Я никому не нужен. Вон там еще кто-то идет. Мне надоело глядеть на этот блюр. Медсестра! Медсестра, алло. Привет. О, давай садись. О, вот это уже дело. Это я уже понимаю. Донна Бюрк. Эй. Ну все. Я в Англии оказался. А это другая сестра. Так, дай я заценю, что у тебя есть. Ребят, ну то есть. Блин. Нет, все нормально. То есть я давно уже в таком состоянии лежу и смотрю по сторонам. Или я только. Я же должен крутить головой, а не должен замечать это. Я не думаю, что у меня плохой сон снится. Я проснулся уже. Как я умудрился вначале включить музыку, и потом она играет просто. Вот теперь, когда я стал кашлять, тебя что-то, ты заподозрил что-то неладное. Привет! Я моргну один раз, это значит, что я проснулся. Китак Сэмэн. Да? На каком языке ты говоришь? Меня зовут Кефир. Я тебя разучиваю, Сейка. Ну вот. Вырубили музыку. У меня, кстати, такой же телефон дома. Прикольно. Я рад, что хоть что-то не меняется в жизни. V has come too. А, это меня зовут V. V has come too. V has come too.
Ви, Ви. Они очень интересно перевели Ви has come to. Ви has come to. О, теперь я в меню буду. То есть это можно было бы, по идее, пропустить, но это такая крутая заставочка в начале. А, давайте по-быстрому посмотрим, что тут с настройками графики. И пойдем, наверное, играть просто. Высокая, высокая, вертикальная синхронизация, ее придется фикс. Окей, даже меньше можно тут и так заочено. 30 текстур на максимум, почему? Текстуру вообще я люблю на максимум, на резкости. Ну, размытие можно бы и выключить, в принципе, нафиг оно надо. Я ненавижу размытие всякие, глубина резкости. Тоже отключить нахер. Не люблю глубину. Ну, конечно, если бы я отключил сейчас до этого в катсцене глубину резкости, то я бы все увидел с самого начала и так и не понял, в чем суть, наверное. Ладно, пока включу. Смотри, я когда геймплей буду играть. Освещение максимум, постработка максимум, эффекты максимум, у нас еще максимум. Ну-ка включить. Ну все, теперь явно будет заебись. Да. А дальность прорисовки то что-то даже нельзя поменять, по-моему. Или можно? Ой, можно ли поменять дальность прорисовки, или это не тут меняется? Вроде не то. Давайте по-быстрому посмотрим настройки. Чё? Шапка цыпленка? А, окей. Это исключает... это типа значит инстинкт. Почему они так странно назвали? Рефлекс мод, они называют как рапи. А, ладно. Звук. Субтитры тут включены? Значит, вроде были, да, включены для этого? Выборы субтитры включены. Можно... Ну, окей, ладно, русский оставим. Он просто подумал, что тут такой странный перевод, что, мало ли, вдруг... Возможно, лучше было бы играть с английскими субтитрами сразу же, ну ладно. Это не будут переводить как внешний рай, я такой, что? О чем речь? А, Outer Heaven, понятно. 3 дня после пробуждения. Хуизме. Алло? Хуизме? Хуизме? Как ваши дела? Пробуждение! Ну ладно. А Кузьме? Как Кузьма, привет, да, алло. Я на телефоне. Просыпаюсь, понемногу. Can you hear me? К сожалению, да. Привет, врач. Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Да, я вот так вот могу делать, смотри. Офигенно, да? Just nod, if you can hear me. Да! Я тебя слышу! Привет! Look up, please. Да пошел ты. Да потолок офигенный у вас. Very good. Я молодец, хороший песик. Хороший How песик. Do you feel now? Кто заслушал немного? Говорить можете? Могу, наверное. Привет! What is your name? Снейк! When were you born? Так очень давно. А, я не знаю. Когда я родился. В 40-х, наверное. Сколько ему там лет? Видите, имя. А, даже, наверное, больше ему. Надо, допускается только 3 буквы. А как мне вводить его? А, окей, у меня же клавиатура есть точно. Опс. Топ-топ-стоп-стоп-стоп-топ-с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 то
меня не поздравят в игре. А если я скажу, что у меня сегодня день рождения? Что не будет? Типа, какой сегодня день? Какой сегодня день вообще? Стойте, я посмотрю на часы. Сегодня 1 сентября. Точно, сегодня же 1 сентября. Давайте поставим, что у меня сегодня день рождения. Он вообще охуеет. Я сегодня родился. Good. Now then. Чё, ты не поздравишь меня с днём рождения? Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Всё уже страшно. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long.
I'm afraid it's been 9 years. О боже, 9 лет! Носокома! 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 Мистер Кома! Я не мистер Кома, успокойтесь. Успокойте меня. О, не надо. Я боюсь шприцов, доктор. О. Я уже запаниковал, поздно. Зачем меня успокаивать? Ну и что, что я немного меня прихватило. Неделю после пробуждения. How do you feel? Нормально я себя чувствую. Выпускайте меня, я готов выходить. Наверное. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Давайте попробуем. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Кто-то обо мне заботился. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alone. 9 years ago, you were injured in an explosion. Wow. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. Это как типа 108 пуль. Я могу быть рэпером теперь. Меня 108 раз стреляли. Of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Я теперь буду железным человеком. Вау. Look at this. Я выгляжу как монстр. Within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Но ведь когда мы видели Биг Босса, у него не было этой фигни в башке. Я неправильный Биг Босс, дорогая. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. На руке у меня. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Я не устарею эту свою руку. But please look down. Зачем? It's best to see with your own eyes. Окей, это не та рука. Я понял уже. Смелее. Зачем вы оставили меня в живых? Зачем? 9 лет. Вы меня душите, как мне станет лучше? Игра просто бросает тебя сразу. Венен. Да, я уже проснусь. I'm getting tired of this shit. Что за книги они читают? Я не могу увидеть. It's true. There are those who wish you would never woken up. Да? You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Wow. Okay. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. Huh. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. Не изменит мой внешний вид. I'm going to change your appearance. У меня немного странная трасса. What you look like, however. Сражение было странным, мне интересно. Вау, what the fuck? Вашего аватара.
Я серьезно могу изменить свое лицо в этой игре? Или просто... Что я сейчас менять буду? Это ариец какой-то прям. Этот чувак с бакенбардами тоже забавный. Ну, у кого база лица нормальная? Вот у этого прикольная база лица. Давайте вот это возьмем. Чё мы можем у него изменить? Брови, прическу. Блин, редактор персонажей в Metal Gear, я к этому не был готов. Ну, допустим, стандартная будет. Такие бровей. Вот такие брови. Я люблю огнетающие брови. Неожиданные бакенбарды, почему нет? Но волосы тут странно что-то выглядят. Хотя вы видели, я все на максимальное ставил. А, ну ладно. Можно еще менять длину. Просто Пушкин. А, да, я, наверное, оставлю. Блондина сделаю такого модного. Мне интересно, у него что, хоть что-то останется с вот этих. А, бровь. А, вот теперь можно что-то менять немного. Я ничего не чувствую, если честно. У меня должны быть хорошие низкие брови, чтобы бандана хорошо сидела на башке. Так. Вот такой... На. Тебе вообще на все насрать. Это хорошие такие глаза. Так, выбор конфигурации. Так, а почему у него цвет глаз поменялся? Вот. А, у него же одного глаза нету, точно. Подумал еще. Прикольно. Вот только цвет одного глаза меняем. А, нет, нет, это только этот. Это потому что это первый глаз. Наверное, у него же голубые у Снэйка глаза. Там даже в третьей части ему говорят, типа, «Босс, я хочу, чтобы ты вырезал его». Голубые глаза. Блеск. Можно убрать блеск. Нет, я, наверное, все оставлю. Было бы смешно, если бы я ему один глаз именно убрал. У него, по-моему, какого глаза нету. У него правого глаза вроде нет. И сделал бы его просто таким фиговым. Но... Ну, пластик у лица ему полное дело, так что какая разница. Я, наверное, тогда вот это сделаю. А? Каких изменений? Я что-то внес? Я думаю, что я что-то менял? У меня стандартное, супер стандартное лицо тут за Макс. А нет, мне нравится, как у него рот выглядит. Так. Я только что проснулся из комы. Ладно, наверное, оставлю ему такой же рот. Я не знаю, что менять. Что тут еще можно изменить? Челюсть. Челюсть у него, наоборот, офигенная. Мне нравится. Мне нравится, как он выглядит. Цвет кожи, окей. Но он и так уже максимально белый. Тем поэтому я его и выбрал, потому что я чертов расист. Ну, тип морщин поменять. Но по идее босс должен был бы выглядеть как-то вот так вот, наверное. За все, что он пережил. Мне нравятся вот эти линии на лбу у него. Потому что, да. Оставлю, наверное, такое лицо.
особая примета. А можно шрамы еще всякие давать. Опс. Будет как Рейвен. Прикольно. Я как будто в редакторе ММО какого-то. О. Шрамы все его, которые у него и так есть. Это же для онлайна. Но я бы не хотел такого человека увидеть. Ну это как будто ему просто кто-то поводил непонятно. Я не буду говорить, чем ему поводили по лицу, но... Ну вообще мне нравится череп, но... Я не знаю, это как-то, по-моему, слишком сильно. Я вот не люблю в GTA, когда люди с такими рожами ходят. В принципе, так-то он, конечно, неплохо выглядит. Но это тоже как-то странно. Я бы хотел, чтобы было в стиле тогда Mad Max, чтобы можно было всю черепушку черной покрасить, верхнюю часть. Типа как это... А, блин, я забыл, как ее звали в фильме. Ладно, не будет у меня особых примет. Это будет мое лицо. Да. Но это, наверное, это чисто для онлайна. Когда мне будут инвейдиться люди. А... На самом деле я ничего не изменил, кучу времени провел. А, нет, я изменил реально лицо. What the fuck? Very good. Now let's remove these bandages. Я реально изменил лицо. Your face has healed nicely. Что происходит здесь? These bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. И меня сразу же убьют. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Там людей убивают! Людей! Друг, тебя сейчас убьют. То, что мы поменяли лицо, никак мне не поможет, то, что меня убивают прямо сейчас. Да, я помню, Каз, Миллер и я. Что ты хочешь этим сказать? This is you, as you've lived until this Блин, day. Что? И как я же поменял лицо? It becomes a phantom. Там Клайд была. О боже! Вау. Окей. Я могу что-то сделать, я могу выползти отсюда. Даже чертова Квайт, которая потом будет в нашем отряде. Не трогай меня. Давай, кинь мне пистолет, давай, я тебя убью по-быстрому, давай. Нет, не вариант. О, Измаил. Пистолет где-то есть, я ничего не вижу. Убери свой ножик, шлюха. Вот сука. Я ничего не могу сделать. То есть меня уже дважды, что ли, убили за это время? А.
Почему у нее кожа? Ну, тебе туда и дорога. О, у меня теперь есть крюк. О, лепесток. Мне начинает казаться, что мы уже умерли, если честно. Okay, пару раз. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? У неё голос, как у меня. Talking to yourself. Ты сам с собой разговариваешь? Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? The world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. У него голос, как у меня. Он как у Кунифера Сазерленда, то есть. Need a little pick-me-up? Okay. Here. No. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Блин, ну... Come on! Я третьего лица теперь наконец. Я только не особо могу двигаться. Ну, поехали! Приворот не действует. Да вот видишь, что-то нет. Я пытаюсь! Знаешь ли, если бы у тебя не было, то если бы ты был в коме 9 лет. Но ведь в моей комнате никого не было больше. Это ведь... Этот из моего, наверное, под моего воображения, потому что у него голос как у меня. Идем по лестнице, ты серьезно? Ну давай идем по лестнице. Почему нет? Давай пойдем по лестнице. Я просто сейчас скачусь со своей шопи туда, и все будет нормально. Блин, у нее прямо мышцы видно, как двигаются. Охуеть. Это проработка. Кстати, Измаил не носит нижнего белья, я смотрю. Бегу изо всех сил. Нравится, как он сразу же к первому чему-то, что на что-то опереться сразу же. Пойдем на лифте. Нет, ну я, знаешь, я изначально знал, что это не сработает. А вот не хотел тебя расстраивать. Я шевелюсь, давай. Не надо меня поторапливать. О! Psycho Mantis. А почему она горит? О! Это было немного неприятно. Измаил горит. Я так понимаю, это тема этой игры, что все будет гореть в огне. Призрачный гонщик!
него лицо тоже было все в осколках. Пытаюсь. Мне кажется, сил даже меньше, чем было. Блин. Я смотрел тут геймплей 2 года назад, а теперь наконец-то я могу поиграть в это все. Он встал. Коджима Продакшнс. Вау, они мне руку сломали. Вывихнули. Или это взрыв произошёл? Ты же жодишь, у меня, видишь, у меня руки нету, чтобы это сделать было самому. Я чертов капитан Крюк теперь. Мне кажется, этот Измаил, он выглядит так же, как и как персонаж, которого я создал. Если бы я его создал черным, я бы сразу понял, что это какой-то именно мой персонаж. Но так как я его не делал черным, я без понятия. Вот, теперь мы играем. Теперь мы можем полностью ходить сами. Я весь в поту. Keep your head down. Это туториал, все, блин. Я играю на геймпаде, потому что здесь вибрация есть, и ты правда погружаешься. Он с каждым шагом она у тебя тык-тык-тык отдается, и ты кажешь, что опа, ползет. Кто-то еще ползет вместе с нами. То кажется, его уже подстрелили, или что с ним случилось? Вау! Отплохайте. Откуда всегда берется Измаил? Он явно под моего воображения. Сука, можно у него стрелять, у него уже так две пули пустили. Вау. Хардкорно. Я, если честно, такого нигде не видел. Хороший пистолет у тебя там. Он ли это? Да вроде он. Ну как? Let's move. Что? Ха!
Это был еще один человек, или это был тот же самый человек? Я что, в пяти играю? Эрики, не мешайте ему выбираться отсюда. Нет, этот труп все еще здесь. Не понимаешь, что здесь пришли всех убивать? Нравится, что он говорит, нажми кнопку, чтобы встать. Оу-оу-оу. Кто это идет? Его сейчас расстреляют? Да, его сейчас расстреляют. Блин, но это супер атмосферно, но... Всех убивают, но я такой фигни вообще нигде не видел. Тут супер качественно сделано все это. Евреем во Вторую мировую. Вау, окей. Они быстро сообразили, что куда им нужно идти, похоже. Так, куда нам нужно идти? А, окей, я за тобой, наверное. Валим, валим. Валим! О боже, его скинули вниз. Чего из моей уходит медленнее меня? Я могу открыть. Там люди, я видел. Можно пройти здесь? Это Григора. Привет, Григора. Стас. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. Do you hear that? What's going on out there? It's okay. Так резко так вошел туда, так. Эй, пошли. Ты не можешь просто пройти спокойно, ему нигде нужно всех социально толкать. Блин, я не хочу видеть, что там происходит. Эй. Сестра, что ты делаешь? Такое призывание в жопу его было. Это был не я. Лечь, 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 лечь! Из моего мочканули. Из моего только что убили! Это был не из моего? Что это было тогда? Там еще один забинтованный чувак. Как это работает? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, это все еще кома. Я все еще в коме. Это бы много объяснило. Может, это мой выход из комы, на самом деле. Ну. Я просто продолжу стелс.
Надо, если я проползу к нему, я смогу его убить. Смогу ли я его убить? О, ёпта, нет! Нет! Там кто-то был? А, тут был пациент. Я тебя перехитрил, мазафакер. Но только Измаил. Окей, Измаил тоже неплохой. Нужно забрать их оружие и всех их замутузить. Нам нужен пистолет. Нужно их всех убить. За то, что они сделали. Да, я вижу, что я все еще там. Под койками никто не проверяет, слава богу. Попал сзади. Он пошел сзади. Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Но я более чем уверен, что он на самом деле это я, потому что у него голос Кифера Сазерленда, или я это не я. Блин, куда я иду? Я не хотел это делать. Да, я умею. Так и пошел нах. А могу и лечь еще сильнее. Блин, у нас немного проблемы. Мы явно в позиции такой, что мы живы. Если им только надоест убивать трупы. Наконец. Теперь они реально притворились. Окей, давай Они поссать решили на них? Или он обоссался? Он обоссался! Ты что, Джонни? Ха, такие. Снэйк смотрит по сторонам, пока их там всех убивает. Он такой, блин, да его зафактапил. Какого хера происходит? Это все глюки Psycho Mantis, я понял. Этот чувак, он не существует. Это не настоящий огонь. Он не может существовать. Oh!
пытаетесь драться с огнем огнем? Вы что, серьезно? Он становится только сильнее, придурки. Это же босс из третьей части главный. Я, блин, забыл, как он был. Слышите звук? Как будто мы все еще в коме. Мы все еще не проснулись. Он взял пистолет. Они его реально убили? Он же не может умереть. Теперь вместо молнии огонь. Как Франкенштейн, блядь, сшитый из различных. Беги! Пойди его, давай. А у него даже не осколки в голове, а это именно пули. Извиняюсь за свое чихание. С световой гаммой что-то случилось. Во-во-во. Хорошая работа, блядь. У меня было оружие. Бля, какая моделька офигенная. Видимо, я сейчас научусь, как стрелять. Я пытаюсь. Сказал, что я прийти год. А прийти год! Блин, отсылка к третьей части снова. Ля-ля-ля-ля-ля. О, оружие.
Там люди вообще замерли. А, нет. Они вырастают штуки. Уже типа всех переубивали. Что же произойдет дальше? Похоже, нам придется прийти и переубивать их. Вау, нифига сел, как Макс Пейн прыгнула. Что нам делать? А, да, я надеюсь, Измаил знает, как себя стоять. Слава богу, шутера у меня чуть получше, чем вот остался. Не, ну я кончусь пули там. Исмаил! What the fuck? Как я вернулся в эту позицию? А! И всем конец. Блин, Psycho Mantis в этой части какая-то совсем. Точнее, он, по идее, должен быть он. А выглядит как девушка. Какой-то полный пиздец происходит. Бегите, глупцы, бегите! Мама! Беги! Я не собираюсь с ним драться, идите нахуй. Где тут выход? Они будут с этой фигней разбираться.
Блин, у вас проблемы, ребята, бегите просто. Что он делает? Он своего друга сейчас застрелит. Может, на самом деле все, что они делают, это стреляют своих друзей, а им кажется, что они с кем-то борются. И потом они умирают. Вау! Но честно сказать, это, наверное, самая жесткая интро, которая когда-либо была в Metal Gear. Я такого вообще не помню. Его просто задавили, блин. Снейк такой бегает. Ребята, что тут происходит? Кто-то сказал время валить, я сказал время валить. Фух. Да, это, конечно, мощно. Блин, эта фигня надвигается опять. Да не, бессмысленно стрелять. Не надо стрелять. Стрелять бессмысленно, блядь. Бессмысленно стрелять. Даже если я ему в глаза попаду, бессмысленно стрелять. Get it! Я пытаюсь. Любой момент. Маленькое дорожное путешествие сейчас будет. Пожарник. Не, ну можно отдельно хоррор делать, Metal Gear Horror, где Psycho Mantis просто всех убивает. Чувак, осторожней. Ты все-таки в скорой. Окей. Блин, он умер. Вот так надо делать начало игры. Кипр? Ну, мы на Кипре были все это время.
Было бы смешно, если бы... Ну, хотя нет, конечно. Не, но Измаил должен быть реальным, иначе все это нереально. То есть... я думаю, что все-таки это все нереально в конечном итоге останется. Или это какой-то клон типа Солидуса? Потому что у него голос такой же, как у Снейка. Привет, бро. О! Может, она мне поможет? Но... Это он или она? Я не... Вроде это она. Хотя... Может, это, конечно, парень. Огромный огненный кит. Поэтому, когда был фейковый трейлер, у Кодзимы компания называлась Moby Dick Studios. Он Дерича! Деричей на коне! Ребята, отстаньте просто уже от меня. Он такой, боже мой, все. Сосите. Слот! Вы что, шутите? Что происходит? Это инсепшн какой-то. Двойной. Use this. Watch our backs. Shoot him. Это нам поможет? Тут все горит, весь лес горит. Вау, что ты через огонь ты? Это как сцена из Терминатора. Куда ты скачешь, придурок? Я не знаю, говорит про меня или про него, что я стал светлый рукс. Хотя Арсон, конечно, замешан в том. Так ему не помогает. Ну, пару раз. Он сейчас может нас подрезать. Ну, конечно, мы его стряхнули. У нас осталось всего 4. У меня не осталось ничего. Он теперь стал электризоваться. Все-таки прокачался до молнии снова, да? Не, ну я на путешествовался. Героизм минус 10, веселье? Почему мой героизм понизился? Чик. Позывной, окей, спасибо. Ну на, хотя бы меня оценили. Я целый час играл. Пролог.
Меткость фигня. За что у меня боевые тревоги одна? За это мы сняли очки. Очное ранение 9. Ой, можно подумать. Да как героизм, руки такие. Да, героизм! Нет, это то есть они хотят сказать, что это все не сон. Just let it go. Let it go. Come on. Он пропал. История планирования и дизайн Хидео Кодзимы, написано Хидео Кодзима. Что еще сделал в этой игре Хидео Кодзима? И сценарий не Хидео Кодзима. Ну, видимо, не все. Name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner, 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. То есть я сейчас не проснусь после всего этого. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. Как все просто, да? Создай снова армию, Снейк. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. Red's 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Kasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Ну, мне пока что сложно осмыслить все, что произошло в этой интере. Хидео Кодзима просто расписался везде, где мог. Хидео Кодзима, Хидео. Мое имя брали с обложки игры. Хидео Кодзима, Хидео Кодзима. Берите это, сучки. Месть. Все. Уехали мы с Кипра.
Наш отдых закончился. Так, не, ну Измаил! Кто был такой Измаил? Может быть, Измаил был... Это... Это Псайка Мантис помогала? Или помог... Я не знаю. О, знакомая рука. Почему она не красная? И часы. Кто-то только сейчас заметил, что на руке всего три пальца. А не четыре. Ну то есть, на основной. Четыре пальца, а не пять. Сейчас начнется полный туториал. Настоящий туториал. Оригинальный туториал. А, инструктаж Шерцота. Горящий человек, кассета с музыкой. Две. Нет, ну это, конечно, круто. Но все-таки что это все значило вначале? Ну ладно, к концу мы поймем больше. Phantom Limbs. Хорошо, что они оба названия оставили. Under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. 10 лет прошло, эта штука до сих пор в моде. Venom Snake. Почему все-таки... У меня есть ощущение, что он какой-то не тот Снейк все равно. А, нет, теперь у него четыре... Теперь у него все... Все пальцы на руке. На механической. Ох, вау. Но PC на максимальных, мне кажется, уделывает то, что показывали до этого на PlayStation. И понтовые очки у него. И, кстати, отдельно продают, если кого-то захочется купить. В Konami как бы уже все поняли, что люди любят мерчендайз. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Я, наверное, начну играть, может быть, с клавиатуры. Может быть, мы, наверное, сделаем на этом паузу этой первой серии и продолжим следующую. Take a look at your iDroid. Я сейчас посмотрю, я заканчиваю этот ролик. Я надеюсь, что он вам понравился. Если вам понравился... Он, то не забывайте подписываться на этот канал, если тут впервые, оставлять комментарии, ставить палец вверх, обязательно ставьте палец вверх и рекомендуйте это видео друзьям, потому что я всегда рад вам подписчикам. Пока что на этом все, пока и обдя-обдя, увидимся в следующем ролике, пока.